поїхала. Одеса поїздная. Да его, по-моему, заново строили. Не, его, наверное, заново. Тут такого много в начале города. Да, но сейчас мы через такой кусок неприятный проезжаем будем. А что мы так повинно едем? Что мы быстрее же не можем? Тут все равно же не станет. Надеюсь, мы тут не будем прям выходить? Не, он на вокзал поедет. Здесь пригородные электрички останавливаются. Петровский въезде такое же, тоже через промзоны, все через заводы. Ночью можно факелы лицезреть над трубами, когда они сжигают газ. Ну, раз они... Тут есть нетеперерабатывающие, пара таких вот больших предприятий. А это видно, что-то когда-то было, очень давно еще при Союзе, а сейчас оно все никому не нужно. Да, тут такое вот место неприятное. Да, это лучше даже не снимать. Ну, покажем трущобы Одессы. А что же останется? Все ж красиво снимать. Лучше снимать уже стол. Завод 200 метров. Тут уже походу разобрано все, что можно разобрать. Завод 200 метров. Лучше в ту сторону снимать, хотя бы дырявый. Там не выходи, блин. Это вы на море, да, приехали? Я тоже, на один день. У него отпуск улетел, потому завтра на работу. Я тоже не могу. Ну, похоже, запорожской постройки. Взяли товар, грузовой провоз, две секции. Одну переделали в пассажирский, другую. Получилось такой колхоз. Ну его не везет, он просто там стоит. Это для укладки рельсы и прочего используется. А что там эти вагоны робят? Они вообще справны? Чего они да, в этих вагонах обычно путейцы ездят. А есть еще? Назад? Я да. Он остается. У него отпуск. Я его профилонил. Есть так званые вагоны Столыпины, где перевозят зэков. А на сколько? Он в неделю. Не, назад. Я вечером в... То ли в 6, то ли в 7, то ли в 8, 148 поеду. Одесса, Киев. Он сегодня с вечера, завтра на утро. На Киев едет. Ну, там интересный маршрут у него, конечно. Он всякими кругами крутится. Через Шевченко, потом на Гребенку, тепловозная тяга. Что ты хочешь? ЛВ-4, вот это головная. А, ну с той стороны, ну ладно. Вагон еще вагон. ЛВ-4 это вагонная часть депо. Там где вагоны отставятся. ЛВ получается пассажирская часть. Вот стекалости, какие мы вообще этажи. Это штук 30, наверное. Примерно, говорю. Ой, ничего себе. Я таких вообще не бачила. Приедет в Нью-Йорк, там 100 этажей минимум. Я реально говорю, в Нью-Йорке. Они с грохотом. Я не была в Нью-Йорке. Ну там... Ну в Киеве 30-40 строят, выше чем 40, я вот эти все а-ля стекляшки не видел. Хотя тоже жить на таких этажах это же такое. Пожарка не доберется, а как бы если там пожар, все, пиши пропал. Ну как пожарная машина туда достанет, ну никак. Вот это 7-10 этаж, ну 15 максимум, но вот это когда выше. Да и вообще эти новострои так строят похабно. Очень много некачественного, много недостроенного.
Мой дядя, получается, папин брат, купил квартиру на последнем этаже нового дома. Ну, сколько нового? Где-то 10-го года построить. И там уже плитка не складывается, то есть он где-то просаживается дом. И старые советские стоят до сих пор. То есть очень нужно подбирать этих застройщиков правильно. Плюс очень много. Много не достраивают. То есть начали, деньги взяли с людей, и бетонка стоит недостроена. В Киеве такое реально много. Жировый комбинат. Подсолнечное масло, видно, делают. Надо щепку подпоить. Мне куда щепку подпоить. Сейчас на вокзал уже будем заезжать. Один из очень немногих тупиков вокзалов в Украине. Осик тут есть. Да, тут большое путевое развитие. Это называется путевое развитие. Это распараллеливается все. Ну тут же и пригородные, и пассажирские параллельные. Мы предположительно будем туда выходить. Отличный метод. Это вы в экстренное не видели.